Лимон Загара Бьянка, классический итальянский сорт великолепного лимона, отличается тем, что именно у этого сорта, обратите внимание, всегда белые цветы, крупные, ароматные, очень-очень сильно пахнут, такая вот красота. Поэтому и название идет «Белый апельсиновый цветок». Действительно похож на апельсиновый, потому что крупный, и у него всегда белое цветение. Хотя лимон Загара Бьянка, он в группе состоит фименелла, а группа фименелла — это лимоны, у которых пурпурное цветение и молодые завязи обычно пурпурного цвета. Вот как бы единственное отличие этого замечательного сорта. Плоды бывают округлой, овальной формы. Данный плод немножко не пожелтел до конца, то есть он ярко-ярко желтого цвета. Ну вот, видите, еще зеленоватый носик. Вот такой вот характерный носик, иногда без носика бывает. Это у нас Загара Бьянка. Округлой формы, примерно где-то длиной 7 сантиметров, бывает еще больше, потому что плоды бывают прям вообще крупные, то есть это не совсем крупный плод, и диаметром 6 сантиметров. Ну что, давайте посмотрим, как он выглядит внутри. Не с того конца, конечно, оставлять. Ой, да, сумасшедший лимоновый аромат. Запах, конечно, обалденный, друзья. Средняя тонкая кожура, светло-желтого цвета, мякоть, мало косточек, практически много косточек присутствует, но маловато. Аромат, конечно, сумасшедший. Обращаю ваше внимание, что такая крупнозернистая мякоть, очень сочный. Сегментов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ну 7-8 сегментов у него, как правило. Посмотрите, он очень сочный, он очень ароматный, сердцевины практически нет. Все, слюни потекли. В общем, у нас чай сегодня будет с лимоном. Приглашаем вас, и однозначно должен быть в коллекции этот вкусный ароматный лимон. Лимон Фименелла Загара Бьянка. Красивый, кислый, приятный, кислый. В общем, слюни потекли, друзья, слюни потекли, потому что действительно, посмотрите, какая красота и какая вкуснота. Вкусный ароматный сорт лимон Загара Бьянка.